Привет, мои красотки, богини, королевы. Сегодня будем с вами делать новогодний макияж. Мы всей семьей немножко гриппуем, поэтому буду вещать вам сегодня таким эротичным тембром. Я лично на Новый год делаю макияж с утра, делаю его таким стойким, красивым, чтобы он держался до самого вечера и, в крайнем случае, освежить там часов в 11, да? Начинаем оформление нашего макияжа с тонального крема. Я просто влюбилась в New Заряд Энергии BB-крем, тонирующий крем для лица совершенства с FPF. Он действительно совершенство, вот серьезно. Он так классно матирует кожу, и она на ощупь становится такая, знаете, как бархат просто. Я в восторге. Оттенок подстраивается под кожу, как бы все замечательно. Буду делать это бьюти-блендером. Итак, приступаем. Тональное средство, как вы видите, он хорошо справляется с несовершенствами. Я не ожидала такого от BB-крема на самом деле, но это действительно так. И он идеально наносится бьюти-блендером. Не каждый тональный крем хорошо наносится. То есть он не виден на коже, не виден абсолютно. При плотном нанесении, при тонком нанесении, потрясающий. Я его использую даже как базу под тени. Он вначале, когда вы его только нанесли, может немножко скататься. Но когда вы его распределите, вот так второй раз уже, да, пальчиком, все. Как база для тени, он под тень он тоже идеален. Дальше, девчонки, будем прорисовывать бровки. Я взяла такой лайнер белорусский, фломастер для бровей от Релойс. Хочу им начать оформлять брови, потому что он стойкий, и нам это и нужно в новогоднюю ночь. Дальше немножко подведу форму каялом от Faberlic коричневым. Каялом, кстати, от Faberlic работать одно удовольствие. Карандаш их для бровей. Вот этот, нет, это Эвелин, такой же Faberlic, не знаю, он ужасен. Этот мягенький, хороший, им прям вообще красота. Завершать оформление буду довольно стойким продуктом от Unilook. Это, девчонки, Galamart. Коричневая тушь для бровей. Ну, знаете, она весь день держится у меня на бровях, как бы форму они не теряют. Прочесываем волоски вверх и дальше по направлению роста. Все, они зафиксировались. Такие прям яркие у меня брови получились. Хорошо, что я брюнетка. Блондинка, я никак не могла подобрать себе цвет. Так, дальше приступаем к оформлению глазок. Нам нужно что-то яркое, что-то красивое, с глиттером, блестящее. Это тренд этого года, это тренд новогодней ночи. Полистала интернет, посмотрела, какие цвета, и пришла к тому, что какие вам хочется, такие делайте. Кто-то пишет, что... мышь не любит красные цвета. Кто-то говорит, наоборот, обязательно должен быть красный. Красный символ достатка. В общем, выбираем то, что нравится, и не паримся. Выбираем светлый оттенок для нанесения на все веко. Я буду брать вот этот. Это, в принципе, такой телесный цвет, на который мы уже будем наносить пигментированные оттенки. Это у нас как база получается для всех остальных цветов. Наносим на все веко, на подвижное и неподвижное. Заодно он слегка высветлит участок под бровкой. Оттенки подбирайте те, которые подходят под ваш цветотип лица, под ваши глаза. Те, которые вам нравятся, те, которые вам подходят. Следовать трендам тут. Вот я сейчас накрашусь, допустим, синими тенями, да, со своими карими глазами, или подведу синей подводкой, будет бог знает что. Поэтому выбираем то, что нам идет, то, что нам нравится. Так, нанесли. Дальше беру коричневый нейтральный оттенок, который тоже буду наносить на все подвижное веко. У меня в данном случае это будет вот такой. Вот он.
довольно насыщенный, довольно пигментированный. На него уже буду наслаивать тени с глиттером. Получается, мы нанесли тени на складку и вышли за ее границы. Оттенок коричневый, мне кажется, здесь универсальный. Многие используют его в макияжах, да, как следует его растушом. Он создает тень. Основной же оттенок мы будем наносить на подвижное веко. В качестве основного оттенка я выберу вот такой. Это какой-то коричнево-розовый, коричнево-красный, что ли. Палетка с AliExpress. Наносить его буду влажным аппликатором, чтобы было как можно ярче, да? Поехали. На подвижное веко. У меня тенюшки крайне сыпучие, стряхиваю остатки кисточкой для румян. Этот же оттенок мы нанесем на нижнее веко в уголке, не на все, чтобы образ у нас, ну, где-то до середины. Дальше, чтобы придать глазкам еще большего сияния, я возьму продукт от Avon новиночку. Так, где он? Вот он, это жидкий тень хайлайтер. Хочу пройтись им от внутреннего уголка глаза почти до середины, чтобы создать еще более сияющий вид. Границу между этими двумя оттенками тушуем этой же кисточкой и на внутренний уголок глаза. Можно как раз вот доходя до середины глаза, где мы закончили с вами рисовать предыдущие тени. И второй глазик. Вот такие мы уже с вами блестящие, но это еще не все. На внешний уголок глаза я нанесу оттеночек слегка потемнее, прям вот немножко на самый краешек. Дальше мы все это дело тушуем, чтобы макияж у нас смотрелся завершенным и доработанным. И цельным. И добавляем еще немного блеска с помощью теней. Хайлайтер у меня тоже от Faberlic. Галактика какая-то там. Крайне стойкий продукт. Тоже в серединку еще добавлю немножко сияния блеска. И прорисовываем межресничное пространство. Я думала между паялом Faberlic, тоже коричневым, и эйвонским карандашиком, который тоже шиммером. Слива какая-то он называется, такой вот красивый оттенок, в принципе, тоже сюда подойдет, но остановилась на коричневом. Прорисовываем межресничку. Почему делаем это в конце? Потому что если мы сделаем это в начале, мы все перекроем нашими тенями. Поэтому только в конце используем прорисовку межреснички и стрелочки. Я не буду рисовать прям стрелку-стрелку, но слегка распахну взгляд и уведу немножечко вот так вверх, совсем чуть-чуть. Это будет практически незаметно, но тем не менее зрительно увеличит ваш глазик. Ну и со вторым глазом то же самое. Сейчас прорисую межресничку. Прорисовали межресничку. И то же самое делаем с нижним веком. Ну, кому не надо, тот может не делать. Но мне кажется, новогодний макияж должен быть ярким. Но в меру, конечно. Я слегка-слегка прям. И можно еще это дело все тушануть. Я лично не люблю, когда четкие границы на глазах. Четкие стрелки. Внизу подведено четко. Мне кажется, это некрасиво. Вот и все. Межресничку прорисовали. И осталась у нас, собственно говоря, тушь. Я, конечно, моя последняя любовь. Это Faberlic, новиночка. Обожаю.
девчонки, глазки накрашены, тушь в два слоя. Можно, конечно, ради такого дела и накладные реснички использовать, но я, если честно, это дело не люблю. Теперь будем скульптурировать лицо. Почему делают после глаз? Потому что тени могут оспаться, и, в общем, картина смазаться. Я беру свою любимую палеточку для скульптурирования, кисточку, и, представляешь, девчонки, берем скульптор. Кисточку я буду делать маленькой, именно скульптор удобнее всего. Прорисовываем там, где мы хотим затемнить свои участки лица. У меня в данном случае это скула и вот такая область под скулой. Знаете, некоторые рисуют вот так троечку. Иногда это удобно, иногда не очень. Потом все будем это дело с вами тушевать. Ну, смотрите, вот это зеркало перед собой поставили и смотрите, где вам нужно сузить. Видите уже разницу между этой стороной и этой? Это я еще не тушевала. Аналогичным образом вторую сторону. Пока у нас только наброски, потом все будем растушевывать. Носик без зеркала делаю. Вот отчаянная. От бровки, да, и до кончика. И с другой стороны. Слегка можно затемнить сам кончик. Слегка, сказала я. Поставила себе жирное пятно. Так, начинаем тушевать. И добавлять там, где нам нужно. Нанесли вверху по линии роста волос и вниз. Это мы делаем для того, чтобы визуально наше лицо вытянуть. И дальше пудра. Я все делаю одной кисточкой, девчонки, потому что она практически не вбирает в себя продукта. Вот абсолютно. Поэтому ей очень удобно работать. Люблю кисти Фаберликовские. Румяшки из той же палеточки наносим. Улыбаемся. И наносим на яблочки. Так, и вторую щечку. Они у меня такие довольно ядреные. Но очень красивый оттенок коралловый. Можно подтушевать, поиграться с ним. Ну и хайлайтер. Из той же палеточки набираем и наносим над румяшками. Чуть под глазик сияние. Со второй стороны. Очень красивый, деликатный хайлайтер. Он не подарит вам такого жирного сияния, вы знаете, как некоторые продукты. Оно будет очень красивым, деликатным, еле уловимым. Прям то, что нужно. Вот так. На носик посередине. Над губкой. И центр лба. С ним тяжело переборщить, поэтому я очень смело им работаю. Дальше этим же хайлайтером я возьму вот такую скошенную кисть и прорисую линию под бровкой и над бровкой. С одной и с другой стороны. Это добавит сиянию глазкам и четкости контуру. Все это дело подтушуем, чтобы в глаза не бросалось. Готово. Ну что, девчонки, остались у нас только губки. Выбираю подходящую помаду, подходящие контуры. Смотрите, если глаза слишком яркие, значит губы у нас поспокойнее. Я буду делать спокойные. Я делаю коричневым карандашом подводку. И потом будем наносить с вами помаду. Мне хочется сделать амбре на губах в этот раз. Поэтому я, когда делаю подводочку, я слегка заезжаю внутрь губок и ей же прокрашиваю внутренние уголки снизу и сверху. Можно было бы уже и так оставить, но нет. У меня помада Faberlic в оттенке 454, я не помню, как называется эта серия. А тут написано «Бархатный сезон». Она такая коралловая. Интересно, помадка матовая. Наносим.
Так, что делаем дальше? Чтобы создать омбре, нам понадобится тональный крем. Его мы наносим в серединку губ, такими вдавливающими движениями, да? Нижний и верхний. И по контуру я хочу взять все-таки помаду потемней. Камера, конечно, выбеливает еще, но все равно губы смотрятся бледновато для Нового года. Я беру жидкую матовую помаду от Faberlic и прорисовываю контур. Теперь слегка тушуем этой же кистью, очищу ее немного об саму помаду. Ей же закрашиваем тоже внутренние уголки. А теперь доработаем пальчиком, чтобы наше амбре смотрелось завершенным. Слегка смешиваем эти оттенки и вверху. Ну, такие губки у нас получились. Небольшой такой переход от темного к светлому в центр. Слегка пройдемся рассыпчатой пудрой, чтобы смахнуть остатки теней, придать образу завершенность, так сказать. Помаду, конечно, на Новый год лучше наносить в конце, правильно? С утра мы этого делать не будем. И в конце я хочу все сбрызнуть фиксатором от Марк, чтобы придать еще больше стойкости своему макияжу. Ну вот и все, девчонки. Смотрите, что у нас получилось. Глазки сияют. Все на месте. Сейчас покажу вам при дневном свете. Ребятки, вот макияж при дневном свете. Вот так он смотрится. Я, конечно, довольна. Мне очень нравится вообще. Именно так я и накрашусь на Новый год. Ну вот и все, мои красотки. Надеюсь, вам понравился этот макияж. Надеюсь, что была вам полезна. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех с наступающим Новым годом. Всем любви, счастья, здоровья, успехов и всего самого наилучшего. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео. Люблю, целую. Пока-пока.